Что бы там ни случилось, какие бы события, добрые или недобрые, не происходили вокруг, а жизнь неизменно берет свое. Народные традиции живы. И вот в Нагорном Карабахе нас пригласили на свадьбу. Впрочем, даже не на одну, а сразу на несколько свадеб. В том числе на серебряные и янтарные. Они отмечаются за одним общим столом. Такие совместные торжества здесь проводятся издавна. Ну а вот нынешнее организовано Шушинским городским ЗАГСом. Люди Нагорного Карабаха устали от расприй. Каждый в душе искренне хочет мира, хочет счастья для себя и своих семей. Представлю вам вот хотя бы одну пару. Евакьян Седа Бургеновна, она армянка по национальности, и Мусаев Юсиф Гасан-Оглы, азербайджанец. После войны 45-го года мы поженились, уже живем долгие годы вместе. Никогда мы не чувствовали, что кто я, кто он. Ну, кто создал вот этот гадский, вот этот, как сказать, поступок, события, это кто, который это сделал, это просто безумие. Это некрасиво, это не подобает советскому народу. И поэтому я, и моя семья, и мои внуки, большинство армян против этого. Против этого. Сколько же у вас внуков-то всего, детей? 13. Старшие 16 лет, младшие 2 года. Вот. И живем все время как счастливы. Мы тем рады, что мы живем в одном семье советов. А зачем сейчас это все? Конечно, вы понимаете, о чем я хочу сказать. Это событие. Ну, я считаю, вы меня извините, я считаю себя виноватым в этом. Как аксакалы, как ветераны, чтобы вовремя не покрыли это дело. И сейчас не поздно. Мы должны в руки этим вот нашим коммунистам, ветеранам войны и труда, добиться, чтобы это дело смелось, все это не было.